Итак, всем привет. Начнем подготовку к этому заданию. В общем, я уже пытался там проехать кое-где. Не получилось, пришлось перезапускать задание заново. Здесь я сделаю, наверное, с этого момента где-то ускорю время, поскольку тут просто обычная дорога, и будем просто ехать. Просто это займет много времени. В общем, приятного просмотра.
продолжаем. Вот, буровая установка. Второй этап нашего задания. Вторая часть, а второй этап. В общем, строительный этот вагончик мы доставили, или буровой, называется, да. Теперь буровую установку. Пришлось мне взять другой грузовик с низким седлом, чтобы взять такой лафет, который 5 ячеек места вот этого вот занимает бур, и погрузить его на вот этот лафет. Потому что другие прицепы, полуприцепы получается, у них там, короче, 4 места, или 3, 3-4 места, что-то такое. А у этого 5, это самый большой, как бы, по грузовместимости лафет, поэтому взял я его. Тот наш тяжелый грузовик с... Да ёлы-палы, а! С этой фигней, платформой этой, стоит там и ждет нас. Но то как бы третий этап, финальный, завершающий. Просто делаю я это в обратной последовательности. Теперь переходим. Возвращаемся в Black River. Ах, да. За кадром, получается, я взял вот этот внедорожник. Получается, это для бездорожья, внедорожный вот этот тягач. Поехал с гаража, выехал, получается, с гаража. Доехал до города, взял, там в городе был лафет. Сейчас я покажу на карте это место. На нем там было 5 грузов, по-моему, каких-то там всяких там кирпичи, какие-то коробки были, запчасти или еще что-то. В общем, все это я поудалял и взял этот лафет, поехал туда, откуда мы только что приехали. И вот взял, собственно, бур, теперь везу его обратно. Сейчас я покажу, где я взял этот. Еду я не на полном приводе, но тем более пхнет он довольно-таки хорошо, то есть для бездорожья, как написано, то есть именно оно, то, что нужно. Вот в городе, вот на вот этом вот месте стоял тот лафет, ну вот этот синенький, пятиместный. Взял его, поехал туда, вперед еду на задание обратно на буровую площадку. Ну, короче, внедорожник этот прет довольно-таки круто, мне нравится. Нашел его на Аляске. Отремонтировал, пригнал, в общем. То есть, не используя полный привод, я вполне себе с легкостью прохожу всякие грязи и
кстати, ехал я когда пустым, то есть ехал очень быстро, что не может не радовать. А, кстати, да, забыл. Поедем через лесопилку примерно, ну, короче, вот это. Такой будет маршрут. Ну, тут, в общем, я так знаю маршрут, но на всякий случай. А то заеду какие-то дебри не туда, и все. На этом внедорожнике доеду до лесопилки, там через дорогу перееду, через реку, там получается переезд есть. Я еще не раз, получается, воспользуюсь этим зданием. Что это прыгать? Вот иди. Пойдет по грязюке. А, да, кстати, тут на горы надо заезжать, поэтому привод надо будет помнить. Потому что лебедкой зацепиться здесь, в принципе, не будет. Не хватает сцепления, видимо. Ну ладно. В принципе, как я раньше, я сделаю свой собственный заезд. Ну, это, скорее всего, из-за груза, потому что без груза он вот залетел вот на эту горку. А груз просто тяжелый и сильно собирает мощность грузовика. Тут проблем нет. Вот река, тут переезд такой, через воду. Заливаем. Давай, давай. Ну, кстати, это стоковый у меня внедорожник, это, в общем, я его не прокачивал, пока еще уровня не хватает, левела. Но, тем не менее, он пнет хорошо, так, стоковый, но пнет. Пенек потом не зацепит. Вот стоит эта платформа буровая.
здесь. Рядышком. Рядышком с этой. В принципе, где-то здесь, наверное, останем. В общем, мы уже, можно сказать, приехали тут. А вот это у нас первый этап. Металлические балки, я их приготовил в самом-самом начале. Взял прицеп. Так, подожди, что я запутался, где я вообще? Опять так же через лесопилку поедем. Взял прицеп, приехал сюда, загрузил эти металлические балки и поехал вести эту платформу, буровую платформу на тяжелом петербилде там, или как он называется. Затем поехал на внедорожнике, взял, ну, можно было использовать любой тягач, главное с низким седлом. Взял буровую установку, принял буровую установку, перевернул ее, поставил обратно. А этот у меня так стоял, приготовленный уже с металлом, с металлическими балками. Вот и все. Если у кого-то, кстати, есть именно тягач с этим с седлом, то балки эти занимают две ячейки каждая, то есть нужно лафеты с четырьмя грузовыми местами. Чтобы можно было комфортно как-то, ну, то есть чтобы можно было за один раз привезти две балки. Я использую, обычный стандартный грузовик. Ёпсель-мопсель. Что ж ты вас тут так прыгает прям на этой херне? Стандартный грузовик, и поэтому прицепляю стандартный такой прицеп. Ну, лафет, в принципе, тоже можно использовать, но как бы, пока я не горю этим желанием. Мне пока нравятся именно вот такие грузовики в таком вот виде, как они сейчас есть. Не... Господи, да что ж такое? Не тягачи. Но тягач я тоже буду использовать, в принципе. С высоким, с низким седлом. Куда что без них. Ну вот у нас первый этап. Сейчас доеду. То камеру тут сюда задают. Застрял, ну давай на тебя.
общем, для тех, кто, может быть, не понял или запутался, то это первый этап, который нужно выполнять в самом начале. Но он достаточно легкий, поскольку вот берете любой грузовик с четырьмя местами, либо же один с двумя местами без прицепа, и две ходки просто делаете. Либо я вот заднюю ходку беру с кузовом и плюс еще прицеп. За одну ходку беру две пачки этих металлов, балок, металлических балок. Так вот, тихонько еду. Это первый этап. Второй этап – это привести бур. Бур, ну, вот, в общем, бур, кстати, по-моему, самый легкий мне показался, поскольку, ну, если бы я не перевернулся там, то, в принципе, самая легкая, по-моему, задача была это привести. А вот привести вот эту буровую установку, блин, это было вообще, короче, тяжелый этап, поскольку я там долго ее вез, потом перевернулся, потом опять ее вез, короче, это самое тяжелое было, это вот довести эту хрень. А это, о, кстати, что приехал. А, вон оно что, Михалыч. Так, хорошо. Тут даже строится вот такая вот фиговина. Ёлы-палы. Я и не знаю. И надо будет, кстати, забрать еще вот этот вот прицепчик этот ремонтный. Так, пересаживаемся. А, то есть не хочешь? Но... Вот, это второй здесь этап. Буровая установка. Раз. Опа. Еще больше построилась там, да? Ой, ёлы-палы, ну ты же внедорожник. Вездеход. Что ж ты так? Блин, а? Тварь. Не застревай. Поехали. Теперь опять же пересаживаемся на вот этот. Уже все. Отлично. Горовая точка. Ну, награда 740 опыта и 7450 денег. В общем, вот так вот завершился очень быстро этап строительства. Просто приехал на разной технике, все попривозил и быстренько тык-пык и все. Все готово. Ну, на этом у меня все, наверное. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не болейте. Всем пока.